Этих скотчика привели, да? А кошка подрала его. И жулечка. Все. И я жульке, смотрите, с носка сделала такие трусы. Там мешочек, видите, под жопкой. Это пятка такая. Так сделала трусы. Потому что кто-то лезет. Кому-то надо делишки сделать свои мужские, да? Маленький мой. Кошку боится. Идем домой, дождь начался. Тринка со скотчем. Так, иду ребенка отдавать. Скотч, она не вынюхает, я боюсь, чтобы не пометил, знаете, да? Ой, Серега, глаза светятся. Сейчас, может, Вереничка выйдет. Погуляем, сразу заберем. Сегодня иду к маме закатывать ей огурцы. Вот у нас целое утро была тревога за тревогой. Вот, я не выспалась вообще. Я очень-очень расстроена. У меня прям депресняк начался. Так, иду с собаками. Всегда есть. Как в Киев переехала, у меня хорошее настроение. Да нет. Я сегодня ночью так плакала. Не ночью, утром. Плохо одела стаканом. Просто муж говорит, что случилось. Ну, типа болит у меня что-то. У меня просто истерика, понимаете? Из-за того, что как это с нами произойти, почему это с нами происходит, вот от этого. Говорили, что дождь будет, я специально не на вчера, а на сегодня спланировала огурцы идти к маме закатывать. Получается, что сегодня жарень, вчера было облачно наоборот, и дождь еще капал, когда мы были на пляже, начался. А сегодня, получается, нет вообще ничего. Погода шикарная, а я должна огурцы закатывать. Ой, короче, ладно. Делала сегодня свои шлепки такие на танкетке, на небольшой. Ладно, буду гулять, а то с ними невозможно. Снимать и гулять нереально. Красивый центр, правда? Огромный, большой, дома такие шикарные. Просто обалдею от того, что я сейчас имею возможность здесь ходить. Сейчас зайду в этот магазин, хочу зайти. Забыла, как он называется. А, ладно. Военные у нас ходят везде.
самое вкусное мороженое лимонно-шоколадное. Только в одном месте оно. На Крещатике. Почекай, я протру банку, чтобы она чисто была. Она рыжевая якась. Ну, такая, как Фанта. Наверное. Хорошо, если они за нас, то где Украина? Украина не за нас? Пошли. Украина не за... Какие щеки? Хорев ты имеешь в виду? Или что? Ну, вот то, высоко. Какой лебедь? Пошли, пока. Голова кружится. Голова кружится. Я на такой высоте давно не была. Стеклянный мост увидела. Памятник закрыли советских времен. И все. Отлично. Правильно. Голова закружилась? Да. Уже полегчало? Нет. Так. Сильно кружится? Может посидеть пойти? Я на высоте просто страшно. И что? Будем сидеть? Нет, пойдем. Вот, видишь, там кран? И рядом что-то типа... Пошли подаемся. Кран били у тих будинки в Чине? Да. А что там высокие? Господи. Что такие? Ну что такое стучит? Мист в миниатюре. Цей. Це ось це там. А ось це там. Ось. Он прочитать можеш. Пішохідне велосипедне міст. Мутна камера. Ні, нормально. Или на итальянском? На английском, не? А как на половину? Ось добралась до сюда. А зараз не ходить, да, цей? А як його? Як він називається? Перелізок сюда і залізок. О. Робить же, так? Як він називається? Трамвай. Ні, ну цей. Я забула вже. Циркуль. Вспомнили фунікулюр. І красота така. О, ще на почтовій можна погуляти. Ми колесо. Аллея художников. Обожаю это место. Боже, как я тут давно не была.
Ну, как я соскучилась. Борца, я думаю. Тут классно. Вообще. Не, во Львове так не погуляешь. Что вы мне не говорите, что я там плохо что-то говорю? Нет, я говорю правду. Это лучший город Украины. Это 100%. Как минимум Украины. А может и всей Европы. Ну тут присядь. Это можно животных поселить под. Хотя тут какие лисы, тут нет лис. Это же меня. А? Ты же у меня фантазер. Ага. Волшебник. Это если бы в лесу было, что-то такое. Ты на бандуре играешь. А я думала на гитаре. Вероничка навчалась на такой бандуре. Помнишь, мы ходили туда? Да. Первый раз в жизни, наверное, туда пошла. Повезло, нам перед войной открыто было Андреевское. Сейчас опять не открыто. Ой, любимый подул, у меня сейчас сердце станет. Сейчас заплачу. Расплакалась. Так соскучилась, Виталинка, я за городом нашим. Недавно фотки смотрела, вот когда мы с Андреевского, с Андреевской церкви сверху фотографировали. Помнишь? Ну, когда мы там были, фотографировала. Такие фотографии красивые. Хочу сделать большие. Хочу повесить дома. Очень нравится. Шляпа и костюм. Музыка там чует дуже красивая. Ага. Да, ну шляпы на всем идут. Тоже красиво. Да. Такая прическа, как старинная. Такая завернутая. И костюм красивый тоже. Місце, а там домик маленький. Такі маленькі, да?
ручки шли. Так, красотка ты моя. Дуже гарне місце. Соскучила за Києвом дуже. Прямо много дня мала, щоб тут нагулятися. Це треба все життя тут гуляти. Це мій улюблений будинок. О, він заново оброс. Ця рослина, так. Вона, це ми, я вважала, що це виноград все життя. Це пам'ятник. Це Булгаковий пам'ятник. Я думала, що це виноград, а потім задалась цілю, почитала, і це інша рослина. Вона схожа на виноград, але ж в неї листя не виноградні. От. Такий гарний, гарний будиночок. У нас є фото. Я хочу сидіти в кімнаті, повісити іскусственні ліани. А зараз є мох такий, який може вдома рости. Ага. Він... На це не було. Боже, моя туманчик який. Клас. Як він розчісується? Я не знаю. Ой, як тут гарно. Патріот. Класна машина. Джип. Я хочу таку. Ага. Музей Чорнобиля. Ти пам'ятаєш, що ти тут навчалася? Так. Да. На хорі. Так, да, мені це подобалось. Ну, потім тут потрібно якісь французькі чи які вчити. Якісь іспанські. Італійську. А-а-а. На італійській мові оперу вам треба було співати. А якщо б я вивчила? Ні, я думала. Мені кілька років би понадобилося. Ні, війни. Боже, який кайф, що можна забити на час. Ой, тут є KFC. Ну тут да, круче. Я вже не буду кушати. Тут дуже круто. А що це таке? А, там п'ять? Вентилятори працюють. Пам'ятаєш, як тут дискотека була, і бомжі з крисою танцювали? Я так люблю це здання, ти не уявляєш. Ми тут кожен день покайфували. Нацбанк України. Ага. Більше за все я хочу на Хрещатику жити. А це... я тут хочу жити. Мечтав з цього дитинства. Ну, просто це не жилий будинок. Мені страшно їздити на машині. Хочеш покататися? Скільки не стоїть? Я не знаю. Будеш кататися? Ти ж каталась раніше. Ладно, давай. Ну, пішли. Ох, яка музика. Різко нажимаєш на тормоз, машина їде назад. Поїхати назад, нажимаєш на газ. Щоб виключити, через два рази на тормоз. Кататися там не конусу, люди.